Более 100 человек, представители общественных организаций, объединений, специалисты в области молодежной политики и просто активная молодежь обсудили методы взаимодействия власти с населением региона. Спикерами выступили прокурор Омской области Анастас Спиридонов, члены Общественной палаты Российской Федерации Сангаджи Тарбаев и Султан Хамзаев, а также начальник управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Трофимов. Диалог с прокурором. Проект, созданный Общественной палатой Российской Федерации, уже реализуется в 12 регионах нашей страны. С этого дня присоединился и город Омск. Нам это интересно с точки зрения профилактирования возможных правонарушений, осознания молодежи своих прав. У нас есть соглашение, заключенное с Общественной палатой Омской области 2014 года. Мы в этом формате уже работаем, но хотелось бы его расширить и более глобально посмотреть все эти вопросы, о которых мы будем эти вопросы обсуждать. Во-первых, молодежь выходит с дополнительным новым багажом знаний. Это факт. А мы понимаем, что такого рода контакт идет на пользу как и прокуратуры, так и молодежи. Во-первых, это определенный срез, когда мы говорим про элемент такой гражданской активности и умение правильно защитить свои интересы и отстоять, может быть, определенные правовые вопросы в первую очередь. Общение со спикерами длилось около 2 часов. Основными темами диалога стали борьба с наркоманией и преступностью в молодежной среде. Не обошли вниманием даже работу коммунальных служб и систему ЖКХ. Однако наиболее острой проблемой граждане считают свободную продажу алкоголя. Такие встречи, они очень продуктивные, диалоги, и нам бы хотелось, чтобы они были чаще, потому что в рамках данных встреч вообще ребята знакомятся и с прокуратурой, и с органами исполнительной власти, и общественной палаты, могут задать наболевшие вопросы, обсудить какие-то проекты, которые, возможно, где-то они не смогли бы донести. Ну и даже сейчас мы уже тоже видим какой-то конечный результат продукта. Ребята рассказывают о своих проектах, предлагают вот поучаствовать в каких-то круглых столах. И уже как бы и Анастас Павлович, например, он уже идет на контакт. И как бы остальные представители тоже. Я думаю, что ряд предложений, которые сейчас высказали, он будет осуществлен. Первый диалог с прокурором в Омске прошел успешно. Организаторы обязались проводить подобные встречи раз в полгода. А что касается самого проекта, то он, вероятно, станет традиционным.